Друзья, всем привет! В субботу в 20:30 по пекинскому времени нас ждут новые две части третьего эпизода увлекательного китайского шоу с участием народного артиста мира Димаша Кудайбергена. Сценаристы придумали очередной захватывающий ход. Судя по рекламному тизеру, все участники будут соревноваться в спортзале. И от успехов Димаша и братьев по команде в спортивных состязаниях определится порядок вокальных выступлений на сцене. В этом случае два варианта развития событий хороши. Если братья Димаша получат высокий рейтинг в спорте, то выступят первыми на сцене, и у них не будет возможности переволноваться в зале ожидания. Как вы помните, большинство участников перед выходом на сцену очень и очень волновались. Димаш так вообще ходил взад-вперед, напевая слова песни. А теперь о втором варианте развития событий. Если команда проиграет в спортивных состязаниях, то братья выступят последними на музыкальном конкурсе, и публика к тому моменту будет больше разогрета предыдущими артистами. Друзья, судя по предварительным кадрам, Димаш бодр и настроен на победу. Пожелаем ему удачи, а нам всем хорошего настроения. Друзья, всем большой рахмет!